видели, что она сделала? Она как будто присосалась. Она как будто схватилась горлышком вот так вот. Так. Ага. Привет, Витёк здесь, и это колеса. С Витьком, Дитком, Цвитком, чатиком вон там в углу. Кстати, сегодня у нас особый чатик. Кто присмотрится, тот поймет. Ну и, конечно же, с особым гостем. Вы его, наверное, даже заметили. Ну, кто-то мог подумать, что у меня просто пятно на бандане, но нет. Это... моднявые желтые очки. Я в них просто на стиле. Играть, правда, я в них не могу, потому что все становится ультра-желтым. Я начинаю терять цвета. Я, наконец, понимаю, как чувствуют себя люди, которые не могут различать цвета нормально. Это действительно очень дискомфортно. Вот. Еще они немножко меняют геометрию, кстати, зрения. Я вот сейчас смотрю на свой монитор, мне кажется, каким-то трехмерным, жутко. Как будто дед выпирает, меня кулаком тычет вот так. Поэтому, ну нафиг, я лучше сниму их. Вот. Но они у меня есть, вы запомните. Ну и на всякий случай, если вдруг что-то страшное будет или очень жалостливое, у меня есть бумажные салфеточки. Я достану, промокну слезки, а может быть вытру штанишки. Все зависит от того, что... ну, вы понимаете, как процесс пойдет. Итак, колеса. Это что? Это круглая штука, которая катится. А колеса в компьютере — это игра. Помните, в прошлой серии сама игра поставила Бочара перед фактом. Делает он уровень или не делает? Игра сказала, что Бочар делает уровень. Давайте посмотрим. Вот сейчас вот прям момент истины. Я не знаю, сделал он уровень реально или нет. Бочар! Ты что? Ну ты не уважаешь колеса. О, Бочар, вот говнюк, пишет чат. Вот говнюк. Прям с языка снял. Вот, ну, эх. Все с тобой ясно, Бочар, потерянный человек. Пойдем у Чебурмана посмотрим, еще как дела у него творят. Чебурек, Чебурек, Чебурман. Во, Bottle Flip Techno. Вот в это я точно не играл, а вот то, что до этого было, я играл. Вот Pogo Fight и Easy Core. Помните, мы ржали там. Жутко ржали. Давай посмотрим, что ты тут изобрел. Привет, Витек. Да, это редизайн моего существующего уровня. Так, у меня немного времени сейчас, так что я решил просто сделать, в общем, освежил уровень. Давай, бог, глянем. О! Не, ну лаконичность. Зато смотри, какой стиль. Как будто я в каком-то кроссовке сижу от Adidas. Или, погоди, три полоски. Ну да, три полоски Adidas. Все правильно. Bottle Flip Techno, Витёк, плей. Интересно, а музыка будет, типа, как техно? Тыж-тыж-тыж-тыж-тыж. Погнали, закрытыми глазами. Ну, конечно, я не мог не сломать первую бутылку. Ой-ой-ой. Ой. О-о-о, нифига себе сразу. Уце. Что такое? Что случилось? Что-то хрустнуло. Я слишком резко дернулся, что ли? Что? Как? Почему? Происходит. Что за странные звуки? Дабл УЦ! Двойное УЦ. Ну-ка, дай-ка. А что такое инфо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, экзамены у человека, я понял. А, я помню вот эту подачу бутылок снизу. Но я уже выиграл этот уровень, я вам так скажу. Так мастерски прям засунуть пару бутылок в УЦ. Ну, там третий уже не поместится, там полочка слишком маленькая. Я уже хотел сказать, поэтому я кинул на самую верхнюю. Но не тут-то было, да? Не получилось или получилось? Или нет. Ой, туда не войти, извини, надо как-то посерьезнее. Бутылка, давай, ты сможешь. Да куда ты? Сорвалась. Ой. Ой, как страшно. Все, это тоже уже ничего не выбьет. Она амплитуду потеряла, броска. Хотя, может быть, рано сказал. Вы видели, что она сделала?
Она как будто присосалась. Она как будто схватилась горлышком. Вот так, как схватилась за полку. И так, выход силы, знаешь, так рукой схватилась за эту полку. И такая, опа, и встала. Как она это сделала? Вы пересмотрите, это просто жесть. Офигеть. Это какая-то самая быстрая бутылка в мире. Видали, как она плюнула туда быстро? Читак, кричат. Я первую бутылку с каждой подачи всегда разбиваю. Зато потом начинается такая веселуха. А в бога дырочек засунем? Нет, не засунем, видимо. Не, ну к УЦ уже не встать, там слишком маленькая полочка. А вот к ВП я не знаю, может быть, не можно еще присунуться немножко. Без понятия. Хотя, по крайней мере, вторым этажом можно точно влететь туда. Если я это сделаю, это просто будет очередной бог ботл флипа. О, но инопланетяне, confirmed. Как так? Инопланетяне опять украли бутылку. Да, бог дырочек. Мы попали в нее. Так, последняя тройка. Последняя троечка. Первую надо разбить, нет? Мы разве изменим своим... Разбей ее. Разбей, что ты делаешь? Ха, она попыталась. Она попыталась, но нет. О! А! Красиво встала, кстати, прям так. Прям на донышко. Бог! Правильно. Глаза закрыл, глаза не закрыл, сразу бутылку кинул. Не туда, куда надо. Видите? Вот эту бутылку, которая в бога встала, я думаю, надо снимать оттуда. А ну, либо подвинуть, тоже вариант. Чтобы не мешалось. Согласен. Ой, красиво сейчас могло бы стать. Ну, ладно, разбил. Все равно хорошо. Очень хорошо получилось. Давайте, что мы нагадали? Получается, мы нагадали, что ВП и 2 ОЦ это бог. Мне нужно 2 ОЦ, тогда я смогу что-то делать страшное. Вот как-то так. Отлично поиграли. Хороший уровень. Я не помню уже, как оригинал выглядел, но в кроссовке Adidas все, по-моему, хорошо получилось. А здесь есть кнопка, типа, выиграть и все такое? Нету. Ну и ладно. Чебурман, смотри, видишь, у него времени нет, все равно уровни делает, понимаешь? А Бачар что? Времени нет, уровни не делает. Вот как так? Ну как так? Bottle Run Yellow, а потом еще и Fix сразу. Наверное, надо Fix играть, потому что Yellow плохой. Так, я не знаю, что сказать по этому уровню. Просто Bottle Run. Ой. Такое ощущение, что там уже бутылки поломались вместо... Что-то я как-то неудачно начал, конечно. О, 60 FPS, прям такая красота. Оно само. Давай! Опа! Да. Хорош такой. Шух и сальтухой закатился. 5 баллов, все. Тот уровень, который я прошел, 5 баллов заслуживает. Вот и все, чебурман кончился. Ну, человек экзамен и все такое. Понятно хотя бы, ну, хоть как-то старается. Давайте посмотрим, что тут кто сделал по поводу нашего хэштега ВПВП. Помните? Я просил делать уровни с хэштегом ВПВП, чтобы они попадали. И вот тут можно посмотреть. Боттлфлипы, свордтровы и прочее-прочее. А, так, по датам... Так, вот, ВП... ВП арт. Эк 18 вин. Давай поглядим. Жигули. Он нам Жигули, что ли? Жигули нарисовал. Все? Ну, это Жигули. А я еще и победил. Ну, молодец. Ладно, как первому пойдет такие Жигули. Зайди сюда, плиз. Чебурек пишет. Что-то я не уверен, что это того достойно, судя по рейтингу.
Давай лучше посмотрим Bottle Run от Keylog Pro. Мой первый уровень, говорит. Это мой первый уровень. Кнопка. А чё кнопка? Она не нажимается. Опять Bottle Run, заметьте. О, господи. О, господи, руки оторвало аж. Фига себе ты там зарядил. Что там за скорость такая? Тут меня аж велосипед сносит. У парня от перегрузки руки отломились. На. Прошел. Чем вам нравится Bottle Run? Я не понимаю. Мини Pogo Fight. Пасхалка. Упоротый УЦ. А как туда попасть? А. Слушай, ну ты на уровне рисуешь вот как... я не знаю. Когда Чебурман начинал, он приблизительно так же рисовал. Ну ты бы хотя бы назвал каждого чувака. Ну вот парень с мачете. Ну что он с мачете стоит? Может быть какая-то история у него есть? Ну, может быть, у него отец наркобарон или еще что-нибудь. Вот откуда у пацаненка мачете? Так бы написал, сын наркобарона, например. Ну, как-то творчество проявил. Ну, мужиков поставил на столбы, и что? Ну, они же мужики. Чего вот они на столбах стоят? Вообще непонятно. Где предыстория? Хоп, видал, как я отпрыгнул? Позвоночник сломал, хоп, и выскочил. Сверху какая-то балка. Сейчас меня накроет, видимо, да? Я тут с мужиком сижу в одной комнате. На, я еще и выиграл. Ну вот финал прикольный. Я такого нигде не видел. А так надо доработать. По факту, да. Окей, что еще есть? Банан. Банан какой-то сделал нам ВП Мяу Понзиза. Что? Я банан, Амогус, Биг Дядя. А! Ты чё так пугаешь-то? Жесть, я не заметил мину там. Две игры. Мне, говорит, закончили все готовые контроли, я могу выпускать уровни почаще и побольше. Easy, Medium, Hard. А, это типа проникновение сквозь мечи. Ну, странно, это вот... Как это, глиномесы поймут, да, вот эту игру? А я чё-то как-то не сильно понимаю. Бог дырочек, всё, я стал богом дырочек, или там можно пролезть ещё? А еще можно пролезть. О, вниз головой. О, это я люблю. Ну давай я ногами. Я могу ногами. Уху! Нормально тут свернуло меня. Прикольно. Но я финиш увидел. Во, вот это уже лучший уровень. Пошел творческий процесс. Окей. Все, быстренько ВП всех просмотрели. Тогда давай лучших за неделю, за месяц. Пойдем проверим, что здесь у нас хорошего. Опять всякие сворцеровые, ботл-флипы и меню. Что за меню? Что такое меню? Нажимая на кнопочки. Что? Ух-ё! 100 бутылок, это как так? Ух-ё! Это что такое? Что за... Что за мешанина произошла? Жесть. Очень странно. Bottle Rain. А еще больше бутылок. Ну нафиг, блин. Ненавижу. Я люблю, когда Bottle Flip лаконичные. Это что-то перебор. Гарпун Survival 18. О, это те, которые в квад... Оно еще и вращается. О, хорош. Это я люблю такие. Ой. Ой. Это был первый раунд только. Ложимся. Так, лежим. Ой. Черкашом прошлась. Третий раунд. А четвертый будет? Раунд без номера. Победа! Капец! С первого раза, прикинь, зарядил. Такой сложный уровень прошел.
О-о-о-о. Ну что, не профессионал ли? Конечно, ниндзя просто во мне спит. Так, The Perfect Dunk. Ну это сейчас в баскетбол будем играть. Да я мяч забыл схватить, ну ты чё? Да мяч дай. Я тут! О, такие мужики орут. Прикольно. Но это баскетболистам только понять можно. Как работает ружье? И тут прям вагон текста. Звук, как будто кто-то под носом по лицу кому-то. Вот так с размахом. На! Блин. И добивает. Окей, ладно. Смешной уровень. Так, ВВЕ против Погостигая. Ты чё, рестлинг опять? Ну-ка. Но! Схватил за шкирку и улетел на луну. И, фига себе, он упирается ногой. Нет. Вот так. Глубже, как говорится, еще никто и никогда. О. О, память на числа. Новая мини-игра. Так. 91. Чат, вы просто мне записываете и все. 472. Тридцать девять, 85. 62, 137. 284, 957. 179, 43, 58. Вот это, кстати, уже сложно стало. А! А чё, 8 чисел нельзя было дать по запоминать? Слабак. Интересно, а каждый раз новые числа или те же самые? Блин, он даже зарандомить не смог. Forgot to put fourth character, lol. Don't move. Опа. На место вернет? А, нет. Say I if you're okay. Что происходит? Чё-то какой-то странный don't move. Lead ball. И едь на мячике, да? Хопа! Прикольно. Прикольно. Если не читать весь этот большой текст, а просто увидеть, что нажми Z и хватай мяч, тогда весело становится. Пога Файт Экстрим 3. Ну давай, Пога Файт. Вот смотри, даже этот человек написал, что это Тимми. Чуть, вот почему, кстати, я заметил, у них ни у кого нету фантазии. Ну почему Тимми? Ладно, этот смешно. Самая глупая смерть появилась, да? Ой, даже шипов на крыше нету. Ну что же это такое? Winter Pogo Fight. Отдыхает. Так, и что, я, кажется, перелетел. Давай вернемся назад, попробуем. Пройти. Я финиш увидел, но тут стенка. Но!
Тут стенка. Гад. Зачем ты это сделал? Разраб, а? Разраб. Ну что такое? Я тебе 2 балла поставлю сейчас за уровень. Развод на страдания. Не пройти. Ладно. Давай попробуем просто пройти. Батя Тимми. Сайтама какой-то. Оп! На, прям. Ай! Ай! А, тут такой маленький уровень, оказывается. Опа! Ну, я, получается, все увидел. Я не буду перепроходить, он тут довольно просто перепройдется. Я обещал ему 2 балла, вот тебе 2 балла. Поразит стенки он там ставит. Jet Fall Easy. А, вот что такое Jetfall. Ну-ка, давай попробуем. Слушай, я могу первое место занять, если грамотно это сделаю. Во, хорошо пошла. Хорошо пошла. Тихо, ноги нам не нужны. Так. 12.70! Я первое место занял даже. Фух. Лидбол 4, кстати. Это еще один лидбол. Типа опять оторви руки. Хватай шарик. Погнали. По-моему, то же самое, не? Эпик джамп. О-о-о! На, там корзина специально для мячика. Ха-ха-ха! Давай, мужик. Хопа! Ух, прям вообще профессионал. А даже руку оторвало. Так интенсивно летел вперед. Так быстро, что до финиша чуть-чуть не долетел. Ладно, прикольно вроде бы, но не буду перепроходить. Футбол. Что ж ты без меня начинаешь? На! Так, погоди. Чуть выше. А зачем он прыгнул? А зачем он прыгнул? Ну, бац! Эпичный Don't Move. Но только попробуй быть не эпичным. Фига себе. Иглоукалыванием занимается. Ух ты ж. Куда-то летим. Почему он пятками в нос мужику дал? Зачем? Ну, довольно эпично, ладно. О, Pogo Fight for VP. Прикольно. Я нашел Pogo Fight для себя. Unlock пасхалка. Бррр, фига, сейчас со взрывом открывается. Пошли посмотрим. Ну, сразу видно, тут творческие люди подходят, да? Классный получился у Ц, не так ли? Слушай, мне нравится даже. Прям похож. Ну, немножко не такой, но стильный. Мне нравится, стильный. Что там за стенка такая прилетела? Так, пошли теперь направо. Джастин Бибер, вот. Пошло творчество, смотри. Джастин Бибер, а там за ним батя. Нынешний Джастин Бибер вырос. Прикольно. Ах ты ж, Дед Мак. Дед Мак. Есть Биг Мак, а есть Дед Мак. Осторожно. Ты кто? И куда он? Джон Сина! Но промазал. Джон Сина косой скотина. Ты кто? Женщина со сковородкой? Погоди. Бабка Галя. Она жрать дала, а сковородка метнула. Спасибо, Галя, я не голоден. А это слесарь Дмитрий. Метает топор, метка. А это Немо Лепеха, босс. Почему он эльф? А, что? Бан. Сейчас там Анита стоит, значит, баном. Я посмотрим. Анита Мороз какая-нибудь сейчас. И немного арта. Ну-ка. О боже, кто это? Пьяный Сатурн. Отсылка на видео по сломанному телефону.
Сатурну больше не наливать. Да. Гартик Фон, блин, лютый. Надо, кстати, в Гартик Фон сыграть. Там, говорят, новые режимы какие-то сделали. Push down to win. Push. Push. Yeah. Витёк, когда будет сломанный телефон, то бишь Гартик Фон? Ну, я думаю, как-нибудь заснимем. Арты. Да, Гартик Фон та еще ржака, конечно. Spacecraft Failure. Космический корабль навернулся. Так, проверяем все системы. Атмосферное давление 69 градусов. Джентльмены, мы, говорит, первые запускаем в космос. Сигвей, ты как чувствуешь себя? Ой, я не знаю, чуваки. Я, в общем, я скучаю по своей семье. Но если все будет хорошо, ты вернешься, как говорится, к своей семье. А так, 11 секунд до запуска. Погодите, погодите, я что-то больше не хочу лететь, я обосрался. Мы тебя не слышим очень громко. Быстро я на Луне оказался. Ну, конечно же, вольный перевод от Витька. Как это не могло быть такое? Impossible 99,9. А, вот так вот? Impossible 99,9. Я со второго раза прошел. Первый раз просто посмотрел, что надо сделать, а второй раз прошел. 99,9. Фу ты. Какая-то война машинок. Левел 24. Оу! Поехали. Это что, гонка? Я вылечил через лобовое стекло, но это же... Ой. Я вместо машины поеду, окей, ладно. Почему бы и нет? Ай, там была мина. Машина, кати меня дальше. Качи, кати мои остатки вперед. Что происходит? Боже, какая жуткая... Поехали. Надеюсь, в этот раз я через лобовое стекло не вылечу. Подталкиваем красного. У меня колеса отваливаются, черт побери. Вот это прыжок Веры Брежневой. Давай сразу к финишу. Пушку кто-то урони, пушку, палку давай. Я победил, прикольно, кстати. Если это уровень 24, был еще 23 до этого, интересно. Надо запомнить. О-о, фьелс. Он такой припарковался носом к низу, молодец. Доехал. Ого, Николас 134, столько уровней наклепать успел. Давай проверим, что такое просто нормальный уровень. Заценим. Вроде большой рейтинг стоит, много раз играли. Так, велосипедист едет мимо какого-то чувака с бутылкой. Так. Будь осторожен. Мужик какой-то упал. Мужик на бутылке сидит. Дети танцуют брейк-данс. А! Боже, страшное что-то произошло, я не заметил даже. Нога. Нога оторвалась, но продолжает крутить педаль. Это очень страшно. Велосипед долбится, а из-за этого падает с крыши почти. И со взрывом я закончил уровень. Ну, знаешь, это больше какое-то похоже на современное искусство. Там, где нужно прийти посмотреть на, я не знаю, голую задницу монтажника, электромонтажника, да, который торчит из стены. А рядом зеркало. Вот ты приходишь, смотришь на это, вот, а там написано, вот, это голая задница электромонтажника, рядом зеркало. Это говорит о том, знать, художник хотел сказать нам о том, что в параллельных мирах, ля-ля-ля, жужжу, и так далее, и подобное. Вот я как-то, знаешь, так воспринял твой уровень. Неоднозначно. Рандомайзер тогда. Ну, ваши ставки, господа. Значит, кто видео смотрит в Ютубе, ставит на паузу, пишет в комментариях цвет. Здесь два желтых, но он один ярко-желтый, вот такой вот, один тускло-желтый. Прошу вас заметить. Вот тусклый желтый сейчас замесило вот влево, а вот это ярко-желтый. Их, в принципе, можно различить. И также есть вот красный, вот это розовый, наверное, ну, или тускло-красный, а вот это вот какой?
блин, это розовый какой-то, ярко-розовый. А это тускло-красный будет. Давайте так. Это не розовый, это... Я даже не знаю, как этот цвет надо. Это фуксия цвет называется на самом деле. Ну, в общем, вы поняли. Давайте, я тоже загадаю. Я загадаю... Пусть будет зеленый. Вот, сейчас я отвернусь. Закрою глаза. И на счет 3 жму кнопку. 1, 2, 3. Пошла возня. Бледно-желтый был первый. И до сих пор первый. И он первый приходит. А за ним вот это вот непонятный красный бледный, потом ярко-желтый. Ну такой себе рандомайзер, если честно. Он совершенно не делал каких-то ультра-переворотов, не происходило. Я люблю рандомайзер, когда ты до конца не понимаешь, а кто же выиграет. Это просто кто первый дропнулся, тот первый и прибыл, по сути. Я даже решил закончить уже... Вот посмотрел и настолько разочаровался, что решил закончить эту серию. В общем, ребят, если вы хотели серию длиннее, то вините от Николаса 134. Я поиграл в его уровень, и мне больше не захотелось играть дальше в эту игру. Лайк ставьте этому видео, в описании ссылочка на плейлист. Обязательно заходите в телегу, в описании тоже есть ссылочка. Вот, ну и жду вас. Через месяцок какой-нибудь в еще одной серии по колесам. А пока-пока.